Еще одна традиция. Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности отмечать лучших в профессии. Сегодня в Ханты-Мансийске назвали самых выдающихся бурильщиков, операторов по добыче нефти и газа, мастеров по ремонту скважин и даже целые бригады. Это победители окружного ежегодного конкурса «Черное золото Югры». Всего было 16 номинаций. Добавлю, выбирали призеров и победителей по итогам работы в 2022 году. Заслуженные награды получили почти 60 человек. Нефтегазовый комплекс «Югры» – это основа энергетической безопасности не только нашего региона, но и страны в целом. Действительно, мы лидеры в нефтедобыче, потому что каждая вторая тонна нефти России и каждая пятая мира, она югорская, добывается здесь, на нашей земле. Но кроме того, мы не только лидеры в нефтедобыче, но та территория – это площадка, на которой отрабатывается высокотехнологичные вопросы, в первую очередь для разработки новых месторождений, трудноизвлекаемых запасов, отработки современных, отечественных и технологических решений и оборудования. Я очень благодарен своей бригаде, своему начальству, так как мы без бригады, как говорится, ничего не сделаем. Я в бригаде один ничего не сделаю. Очень благодарен своей бригаде, бригада номер 53, ЦТКРС, РН-сервис, город Нефтеюганск. Добавлю, в прошлом году в Югре добыли больше 223 миллионов тонн нефти. На территории округа работает более 120 тысяч эксплуатационных скважин. В отрасли занято около 200 тысяч человек.